Здравствуйте, девочки, мальчики, если они тоже меня смотрят. Я сегодня хочу попробовать вот такой фирмы Сиэль сделать ламинирование волос в домашних условиях. Делать я это буду впервые, мне поможет сестра. Хочу показать, вот так вот, может быть, я просто близко буду показывать. Сами увидите, вот у нас эти средства как раз есть. Так они выглядят. Это уже запечатывающий уход для волос. И сначала идет вот такая сыворотка. Так. Вот. Вот такая сыворотка. Вообще, я так поняла, что этот набор... Фокус. Этот набор идет на несколько раз. Его можно применять несколько раз. У меня сестра уже заламинировала свои волосы, но я хочу показать именно на своих от начала до конца, что у нас получится. Так, я, наверное, вот так близко наведу, и можно останавливать кадр и посмотреть, что тут будет происходить. Вот такой способ применения. То есть вот по этой инструкции мы сейчас и будем все шаги выполнять. Вот. Ну, еще хочу показать, вот здесь дополнительная есть брошюрка. Так. Фокусируемся. И тоже покажу поближе все, что тут написано. Если кому-то это интересно, вы остановите и почитайте. Возможно, тут похожая информация. Но мало ли, может, что-то новенькое. Так, ну и сейчас я покажу свои волосы до. Правда, еще и до мытья, потому что я только буду сейчас их мочить и мыть. Ну а потом посмотрим, что получилось в итоге. Помыла я голову сначала шампунем, мы его подсушили немножечко полотенцем, саму голову, и уже нанесли вот эту сыворотку. Видно, да? Ее надо держать на волосах 10 минут. Оказалось, ее достаточно вот на такую длину, причем мы хорошо промазали кончики, как там и советуется, чтобы пообильнее, видимо, так как они более подвержены сухости, поэтому, чтобы блестели лучше. И ждем 10 минут. То есть посмотрим, что будет дальше. Вот в этой коробочке 5 сывороток. И получается, на 5 ламинирований ее хватает. А вот этот закрепитель, его хватает аж на 8 раз. Поэтому его можно использовать как очень хороший бальзам потом. Вот. А 5 раз хватает все вместе. Так что ждем дальше, что будет. Хочу показать также и светлые волосы, ламинированные, тоже по этой системе. Вот им уже сколько? Около недели, наверное, да? Примерно около недели, и они уже еще раз мылись. Смотрятся очень-очень красиво, действительно, волосы очень блестят, выглядят живыми, здоровыми. А свои волосы пушистые и не блестящие были. И вот такая в итоге красота получается. Пошевели немножко головой. Ну, действительно, очень живо и красиво смотрится. Ну вот я и дома.
Осталась я очень-очень довольна ламинированием, которое мы сегодня сделали с моей сестренкой. Я очень рада. Волосы выглядят действительно, девчонки, живыми. Вот даже мои порченные кончики, я не знаю, на камеру, наверное, видно, но они живые, они красивые, прямо, я не знаю, довольна я осталась. Я специально сейчас со вспышкой сижу, потому что у нас очень темная квартира. Но мне кажется, вот от света должно отражаться и должно видно быть, как выглядят волосы и есть ли разница. У меня вообще сами по себе волосы и так немножко блестящие, но в сравнении с тем, что получилось в итоге после вот этого домашнего ламинирования, разница оказалась колоссальной. Я ВКонтакте, наверное, выложу фотографию до и после, но видео, мне кажется, даже лучше покажет, чем фотография. Я тоже специально это и сделала, чтобы было и до, и после. Мне понравилась вот эта система Сиэль Парфюм. Всего эти два средства по 10 минут держать. И я не рассказала там, вот когда делала первое средство, 10 минут я его держала, потом мы нанесли второе средство, не смывая первого, ждали еще 10 минут, и только после этого я смыла водой без шампуня и высушила феном, потому что я конец не рассказала, но вот сейчас решила это сделать. Ушла я довольная, счастливая, еще и с подарком. Это тоже Сиэль парфюм. Мне сестренка подарила аромат Нуаж Сиэль номер один. У них есть такая, вот в самом Сиэль парфюме, философия ароматов. Что это такое? Я, наверное, все-таки сниму другой ролик и расскажу про ароматы этой компании и попрошу сестренку мне помочь, потому что я немножко путаюсь, но вот эта вот философия аромата кажется кинзо. Я взяла с собой каталог, чтобы показать, ну, прочитать. Так, аромат номер один. Сюда входит мята, сирень, мандарин, жасмин, белый персик, мускус, кедр и ваниль. У меня от вспышки желтый кружочек в глазах, поэтому я так мучительно читаю. Плохо видно. Я довольна очень этим ароматом. Спасибо сестренке. Они вообще в каталоге стоят 1200. Ну и понятно, что хорошая скидка представителям. Вообще ароматы Сиэля Парфюм мне очень нравятся. У них действительно есть много хороших, достойных ароматов. И ничуть не хуже оригиналов. Ну, я думаю, что сестра расскажет, что такое философия ароматов, чем она отличается от оригиналов, и является это подделкой или нет. Ну, сразу скажу, что это не подделка. И чем отличается, мы расскажем в другом ролике, в следующем, наверное. Ну, а сейчас со всеми прощаюсь, довольная, надеюсь, блестящая. Всем пока, до новых встреч. Спасибо всем, кто был со мной и кто посмотрел этот ролик до конца.